Сергій Трахачов, співзасновник Української ресторанної асоціації, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброе утро. Тож, наскільки заспокійливо для вас звучать слова про січень і про те, що той жорсткий локдаун не буде таким жорстким, особливо, що стосується вашої сфери діяльності? Спасибо за вопрос, спасибо за интерес. Ну, на самом деле, вся эта история вызывает скепсис, и обещанный закон, который якобы подписан, на самом деле, никто его не видел, он не опубликован. И скепсис заключается в том, что все обещания, которые звучали до, это выглядит, знаете, на красивую обертку от конфеты. Нам обещают шоколадные конфеты, ты... начинаешь разбираться, выясняешь, что там леденец, с которым сами понимаете, что приходится делать. Но самое страшное, что когда ты открываешь эту обертку, ты понимаешь, что там вообще ничего нет. Вот. Поэтому... Алло. Да-да, мы вас слушаем. Да. Вот. То есть поэтому надо, наверное, увидеть закон опубликованы, и тогда его комментировать. Сейчас мы можем разбирать лишь предыдущие кейсы, очень показательный кейс по Киеву, когда еще в апреле мы обращались к мэру Кличко по поводу того, чтобы отменить паевой взнос за летние площадки, за которые мы должны платить, как рестораны, городу. Когда в мае Кличко под камеры объявил, что да, действительно, уже эта норма работает и есть отмена, но по факту только осенью депутаты Киевского совета про это проголосовали. То есть на самом деле для того, чтобы работать, нужно было заплатить эту сумму, хотя было озвучено, что платить ничего не надо. То есть это популизм. Это популизм, который направлен на то, чтобы большой аудитории, обществу рассказать о том, что государство что-то делает. Фактически на сегодняшний день ни наши работники, ни бизнес ресторанный не получил абсолютно ничего, никакой помощи от начала карантина до сегодняшнего дня. Поэтому мы надеемся, конечно, на этот закон, пусть это будет хотя бы леденец, точно не шоколадная конфета, но боимся, что дальше обертки, как всегда, не пойдет. Пане Сергію, а що з допомогою, власне, дітям фізичних осіб-підприємців? Тут в Мінсоцполітики говорять, що відновлені виплати на дітей до 10 років, і вони будуть здійснюватися за листопад-грудень 2020 року. Смотрите, знову ж таки така цукерка, чи як? Да, это снова не цукерка, цукерок немає, да, есть просто красивые обертки, по факту мы... как бы каждый раз, когда государство что-то обещает там, в плане выплат, допустим, нашим работникам, их детям, мы проводим консультации, мы разъясняем, как же получить эту помощь. И по нашему опыту, ну, во-первых, многие действительно не обращаются, поскольку процедура очень сложная, а ну, как бы сумма не, ну, мизерная на самом деле. Но даже те, которые обращаются, на самом деле в большинстве своем ничего не получают. Это правда реалии, с которой, ну, сталкивается реальный бизнес. В отчетах, возможно, там стоят какие-то большие цифры, но к реальной жизни это не имеет никакого отношения. Так же, как с кредитованием 579, которое якобы направлено на помощь именно малому микробизнесу, но фактически мы знаем, что фактически это рефинансирование уже существующих кредитов больших плюс агробизнес. К ограниченному ресторанному бізнесу ці програми знову не мають ніякого відношення. Ну, враховуючи, що дійсно до сих пір невідомо, який механізм буде конкретно виплати, коли так, це буде, та за який період це буде, чи це буде разово, чи це буде щомісяця, ми поки що не знаємо, який ви бачите вихід. Тобто, зрозуміло, що деякі ресторани, давайте будемо відвертими, та, коли закривали навіть на вихідні дні, вони знаходили кмітливо, яким чином обійти цей процес, аби ну, втриматися на плаву. Чи будуть ресторани йти на такі ж хитрощі, чи просто будуть якісь відкриті можливості, аби не отримав оці 8 тисяч гривень, якось залишатися на плаву? Які є ну, компромісні рішення, можливо? Тут не может быть никаких компромиссных решений, если власть принимает решение ограничить
работу миллиона, фактически миллиона людей и оставить их без средств существования, мы говорим прежде всего не о собственниках заведений, да, то есть о работниках, которые там работают. Государство обязано нести за это ответственность. Это, ну, наше мнение. Что касается работы вот таких манипулятивных высказываний по поводу работы отдельных заведений, знаете, это больше уже на сегодняшний день напоминает партизанское движение, поскольку когда был первый локдаун весной, когда действительно никто не работал, не было геноцида отдельных отраслей, а не работала действительно вся экономика, рестораны тоже не работали. Когда сейчас ограничивается то выходной, то по времени работы отдельные бизнесы, прежде всего ресторанный бизнес, фитнес, кинотеатры, то есть на самом деле гораздо более безопасные и подготовленные к безопасному приему гостей отрасли, чем тот же общественный транспорт, то, естественно, это участие предпринимателей и их работников вызывает желание партизанить, скажем так. Это нельзя одобрять, но это прямое действие на действия или бездействия государства. Да? Поэтому давайте не обвинять и не разбираться глубоко с этим вопросом, а разберемся с основным вопросом, с действиями, а точнее с отсутствиями прямых действий государства, кроме ограничительных. А вот цікаво, чи ви відстежували за ці два тижні карантину вихідного дня, як повідомляють МВС, було виписано багато штрафів, чи ці штрафи були, вони... Ну, випадково кого спіймали, тому виписали. Чи все ж таки когось окремо не чіпали, а когось чіпали? Тобто була якась вибірковість в цьому? Чи ви відстежували цю ситуацію? Смотрите, на самом деле мы в большинстве своем являемся законопослушными гражданами, да, то есть, соответственно, закон должен выполняться. Если кто-то не выполняет закон и приходит полиция, суд и так далее, и приходит нарушение, тут, ну, в общем-то, это справедливо, да, то есть и каждый сам для себя решает, нарушать закон или и готов ли он нести за это ответственность. Это тяжело комментировать. Что касается, выбора, наказаний и прочее. Но, естественно, любые несправедливые ограничения, они на самом деле приводят в большинстве своем к росту коррупции. Да? То есть, как бы, точно так же, как я против того, чтобы вы говорили о том, что рестораторы нарушают закон, точно так же я не готов под одну гребенку грести всех полицейских. Да, есть случаи, когда они берут взятки. Да, есть случаи, когда рестораторам выгоднее заплатить взятку, и полицейские ее берут. Но это отдельные случаи, которые должны рассматривать правоохранительные органы, они, наверное, для этого и созданы. Ну, тобто, щоб завершити нашу з вами розмову, я так розумію, що ви незадоволені тими ідеями, які озвучують урядовці, і чекаєте, що буде більш зрозуміло і стратегічний підход до вирішення проблеми з втратами від бізнесу, так? Звісно, ми не втрачаємо надіжди на розумне зерно в діалогі, ми стараємося в ньому бути. При цьому ми розуміємо, що зараз ми готуємо акцію, на яку ми плануємо, що вийде достаточно много людей, работающих в нашей отрасли, чтобы показать, что вот этот, то, что мы называем локдауном, да, то есть звучит как бы странно, звучит новый локдаун, но на самом деле это никакой не локдаун, нет никакого и не будет никакого ограничения в транспорте и так далее. То есть есть ограничения отдельных отраслей, прежде всего рестораны, фитнес-центры, салоны красоты, то есть еще раз, те отрасли, которые базово гораздо лучше готовы к безопасному приему граждан. От ми проти цього. Ну, дивіться, тобто по факту, наскільки я розумію, що навіть та допомога 8 тисяч не вирішить проблему з бізнесом, тому що навіть якщо закриється бізнес, то для урядовців це одна одиниця, а в цій одиниці може працювати кілька десятків працівників, тобто це вже потенційні безробітні.
Это, конечно, ничего не решает, поскольку, ну, как разовая помощь. Если мы бы предположили, что каждый работник, который потерял работу, да, или сильно ограничен в доходе из-за действий правительства, получил эти 8 тысяч вот, безоговорочно, просто потому что он оформлен, да, то это можно было бы считать хоть какой-то помощью бедного государства. Но очевидно, что мы не видим, то есть по каким критериям будет выдаваться эта помощь. И скепсис есть, поскольку вся остальная предыдущая помощь была недоступна на самом деле. Да? То есть это просто слова, это просто обертка. Мы возвращаемся к началу разговора. Мы вас почули, дякуємо вам. Спасибо вам. Дякую вам за вашу розповідь. Сергій Трохачов, співзасновник Української ресторанної асоціації. Ми ж продовжуємо.